Антоне, на сцені все готово до виступу твого улюбленця, а він сам чекає лише одного, аби ти його оголосив. Дорогие друзья, у нас есть возможность еще раз послушать сладкозвучное пение моего любимого Севака Ханагяна. Севак Ханагян. Скоро весна, эти ночи беспокойно во снах. Скоро весна, скоро любовь, в наших жилах заиграет кровь. Время идет, нам его уже никто не вернет. Время летит, двигаясь с нами, танцуя в пути. Знаю ответ на вопрос, ты есть или нет. Знаю обман, знаю нашей любви океан. Ты не одна, будешь этой ночью без сна. Скоро любовь, скоро весна, скоро любовь, скоро весна. Люби меня, люби, жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай, я умоляю, люби меня. Скоро весна, эти ночи беспокойно во сна. Скоро весна, скоро любовь, в наших жилах заиграет кровь. Время идет, нам его уже никто не вернет. Время летит, двигаясь с нами, танцуя в пути. Знаю ответ на вопрос, ты есть или нет. Знаю обман, знаю наши любви океан. Ты не одна, будешь этой ночью без сна. Скоро любовь, скоро весна. Люби меня, люби, жарким огнем, ночью идем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не улетай, не исчезай, я умоляю, люби меня, люби, жарким огнем, ночью идем, сердце сжигая, люби меня, люби, не улетай, не исчезай, я умоляю, я умоляю, люби. Праздник, это случилось! Суперфиналист! Суперфиналист Севак Ханагян на сцені шоу «Х-Фактор». Ой, які симпатичні зайчики у нас! Сєва, я переконана, для тебе немає нічого важливішого за сьогоднішній вечір на цьому етапі. На этом этапе жизни сегодняшний вечер очень важен для тебя. Согласен. Все так. Я желаю искренне, чтобы удача сегодня тебе улыбнулась такой прекрасной улыбкой, и чтобы это был счастливый сезон для тебя. В общем-то, он для всех счастливый. Залишилось чекати зовсім недовго, і ці оплески для тебе. Дякую. Сєва Ханагян.